Здравствуйте! Наш проект называется «90 лет на высоте». Наша команда «Высший пилотаж». Наш девиз «Будем за плохую ногу шагать, нашу страну сами мы развивать». Посмотрите, какой самолет! Это новейший российский истребитель Су-57. Самолет, который относится к пятому поколению истребителей. А вы знаете, что двигатель для таких самолетов стоит на нашем заводе ОМПО? ОМПО – это наша гордость, гордость России. Он находится у нас, в Уфе. Именно там на моторостроительном производстве объединение и заготавливают, собирают и испытывают авиационные двигатели, как Су-25, Су-27, Су-35 и многие другие. Сейчас эти двигатели эксплуатируют во многих странах мира. Китай, Индия, Узбекистан и многие другие. Мы проведем небольшую экскурсию по нашему заводу МПО, который мы построили. Вот здесь все начинается. Административное здание. В этом здании работают люди, которые обеспечивают работу цехов. Площадь МПО 90 раз больше, чем Красная площадь в Москве. На предприятии трудится более 22 тысяч человек. А вот и цеха, механические, сборочные, испытательные. Здесь изготавливают и собирают важные детали для двигателя. Для этого в цехах установлено станочное оборудование. Такая установка, на нем работает токарь. Он предназначен для резки и обработки металла. Сейчас я покажу, как он работает. Заготовка металла получает вращение акватора. Резец, режущий инструмент, с помощью механической подачи перемещается по салазкам. И происходит процесс изготовления деталей. Вот и вот вертикальный сверлильный станок. Он нужен для формирования любых отверстий. А крутится за ним солид, сверловщик. Сейчас мы покажем, как он работает. Моторчик из станка установлен на сверло. Скорость вращения сверла регулируется от датчика наклона. Глубина сверления вручную. А это прессование станок. На нем работает кузнец. Он предназначен для прессования деталей железных и нежелезных, например, резины или пластмассы. Сейчас я покажу, как он работает. Датчик наклона играет роль управления прессой. Он поднимает и опускает прессу. Затем водитель на погрузчике выставляет крупные габаритные детали в цех. Погрузчик. Для перемещения вил погрузчика используется комбинация речной передачи и червячной. Датчик наклона играет роль управления погрузчиком. Важно отметить, что наш завод – это не три станка, а целый город внутри Уфы. Эти модели здесь чисто показывают суть работы станочников. А вот и сборочный цех. Здесь работают лесосборщик и контролер. С других цехов сюда приводят детали. Каждый двигатель собирает вручную. Это испытательный цех. Они двигатели испытывают. Это делают очень опытные специалисты. Они выясняют, что сделали в двигателях, что все или не так. Теперь мы знаем, какое самое сложное устройство авиадвигателя, которая поднимает самолет в воздух и помогает лететь быстрее ветра и даже звука. Удары
ты закончил университет, и кто знает, может, я тоже изобрету летающую машину, как видел в фантастических фильмах, фантастических книгах.